Тундра, ты что тут устроил? А, пришел уже. Что принес? Малинка. Обожаю. Ты что с ванной сделал? Это будет оригинальное устройство для полива огорода на колесиках. Показываю. Отлично! Осталось только приделать моторчик. А давай ванна будет ванной. Не надо приделывать к ней никаких моторчиков. Как ты смотришь на то, чтобы дыры в ванне запаять, а потом ликвидировать, а? Ну что, приступай. О, противник научного прогресса. Пусть ванна будет ванной. Тоже мне изобретение. Потоп ликвидировать. Да тут за полгода не управишься. О! Ага. Еще посмотрим, кто тут будет потоп ликвидировать. Ой, 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 ой. Тундра, ты чего тут разлегся? Почему в ванной не убираешься? А, я не могу. Это почему? Заболел я. Страшная болезнь. Аллергия. А, аллергия на чистоту. Не веришь своему другу? Вот, смотри. Это на нервной почве. Ух. Да погоди ты. Температуру мерил? А... Лоб холодный. Странно. А это еще что? Ой, теперь вы должны меня беречь. Аллергия, говоришь? Угу. Ну что ж, будем лечить. Тундра заболел. У него опасная болезнь – аллергия. А лучшее средство против аллергии – это крапивные горчичники, пиявки и, конечно же, противоаллергийный укол. Мы тебя спасем любой ценой. Наркоз. Но это на крайний случай. Пациент, дрожь в конечностях есть? Ага. Ассистент, готовьте шприц. Мы его потеряли. Мы поедем, мы помчимся, мы поедем, мы помчимся. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя я в тундру, тундру, увезу тебя я. Мы поедем, мы помчимся, мы поедем, мы помчимся. Увезу тебя я в тундру. Тундра, быстро в постель. Ты же больной. Дружище, не поверишь, я уже выздоровел. Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. Это ты правильно сказал. А чтоб ты больше не болел, я тебе еще один рецептик подскажу. Чистота – залог здоровья. Приступай. Самое время изобрести какую-нибудь убирательную машину.
куда собрался? Ночь на дворе. Да достал этот волчар. Каждую ночь орет и орет, орет и орет. А я спать не могу. А ты знаешь, почему он воет на Луну? Да это потому, что он с Луны упал. Но ведь ты этого знать не можешь. Ты что, читал последний номер журнала «Астрономия»? Вот еще. Зачем мне читать, когда я и так все знаю? А что там написано-то? Вот, почитай, статья профессора Волкова. «Почему волки воют на Луну?» Он пишет, что волки миллион лет назад прилетели на Землю с Луны. Вот, дальше. «Потом от них произошли все земные звери. А теперь волки очень скучают по своей родине и хотят вернуться обратно. Но за ними почему-то никто не прилетает. И вот теперь они каждую ночь пытаются докричаться до своих родственников. Значит, пока его обратно не заберут, он что, так и будет по ночам орать? Ну, не знаю я. Наверное. Так надо его это... обратно на Луну отправить. А, обратно. А как? А это мы сейчас сообразим. Вот таким образом будет выглядеть пилотская кабина. В кастрюле. На Луну. Это здорово придумал. А двигатель у тебя где? А к этой проблеме я подошел творчески. Примус! Давай! Только ракетная тяга. А, ракетная тяга, говоришь? Ай, лучше б ты делом занялся. Да ну тебя! Таким образом, мы имеем все возможности вернуть нашего волка на Луну. Кстати, а где он? Да на Луне твой дом! Родные, близкие там твои! Готовность номер один. Ich bin номер ein. Даю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Полет уверенный. Стой! Куда? Куда? Да не туда, не туда! Не туда! Вот куда? Куда тебя понесло? Мы же летим на Луну, Луна-то там! Их бы не видеть, куда летать! Их бы не видеть! Тоже мне звездолет недоделанный! Стой! Куда? От лунатик неблагодарный! А, да ну вас всех! Ты еще не улетел? Улетишь тут с вами. Да ладно тебе. Лучше посмотри, что написано в новом номере. Академик Медведев пишет: заявление профессора Волкова о Луне не научно. Совершенно очевидно, что все звери на Земле, в том числе и волки, произошли от медведей, которые прилетели с большой медведицы. Так что, Тундра, никуда нашего волка везти не надо. Да? Да. Кука, а сколько лететь до большой медведицы? А?